Всем привет, ребята, с вами снова я, Тэна. Сегодня мы играем в Майнкрафт. И, короче, это обновление карт, то есть моей карты Ice Cream 3 в Майнкрафте. Ничего не поменялось в нашей начальной комнате, но я вас уверяю, что на улице что-то поменялось. Да-да-да-да-да, это классно. Здесь у нас ничего нет, но я думаю, что там что-то добавить. Пока еще не карта на прохождение, это только начало, первое. Бытка. Да не лагает. Короче, смотрите, у нас здесь домики. Скоро будут уже готовы. Смотрите, здесь у нас пустые. Видите? Обычные пустые домики. Но зато скоро они будут полные. Все полные. Так, короче. Ну и вот здесь у нас вначале ничего такого даже не поменялось, да? Ну и давайте здесь зайдем. Смотрите, у нас здесь появились бочки. Но вы их можете открыть, но там, конечно же, ничего не будет. У меня в инвентаре доски. И еще что такое? Здесь дверь появилась. Но туда нельзя никак пройти. Так, потому что вас все равно телепортируют. Ну и давайте сначала поедем на парковку. Там поменялось много чего. Давайте сразу расскажу. Вот эти карты я удалил. Удалил из файлов, ну, в этой карте. Потому что они не считаются для... Это же карта Ice Cream 3. И я буду строить Ice Cream 4. Если такие карты будут, вообще мороженчики 4. Ну и вот, только эти локации оставил. Смотрите, у нас появилась одна маленькая дверь, и здесь у нас плавает типа как акула. Но это у нас будет, он вам блоки, ну, не даст ломать. Так, и здесь у нас, могу открыть, посмотрим. У нас здесь ничего вообще даже не поменялось. И здесь у нас, смотрите, здесь такая типа арка. И можно сюда войти. Подожди. Да, вроде нормально. Да. Так, короче. Я смотрел, просто ровно было или нет. И, короче, здесь у нас лес такой прикольный. Видите, какой он? Так, и что можно дальше еще сказать? Здесь у нас добавлена дверка. И серьезная, вот видите, дверь. Вам нужен будет ключ, но можно здесь просто стрить, так пройти. Просто подплыв, ну. Если вы в креативе, то можете просто вот так вот взять и перелететь. Если выживание, то надо будет ключ находить. Это у нас домик такой. Кстати, изменения в домике большие произошли. Можете посмотреть прошлое видео, как раз я оставлю ссылочку на него в описании под видеороликом. И, короче, вы можете... Да. Кстати, ребятки, хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мой канал, потому что я уже до конца лета хочу набрать 200 подписчиков. Если вы это сделаете, то вы будете самыми крутыми. Да, так что, пожалуйста, подпишитесь на канал. Просто хочу набрать 200 подписчиков до конца лета. И можете еще на мой второй канал подписаться. Если что, я тоже на него ссылочку оставлю. Ну и, короче, смотрите, здесь большие изменения в доме произошли. Здесь можно было, вот здесь такой тайный проход был, но здесь теперь кровать. Могу показать, здесь я все закрыл. Видите? Ничего нет. Дальше идет здесь добыть дрока. Так, окей. И что же еще будем делать? А, точно, следующая локация. Здесь все такое же обычное. Следующая локация. Это кемпинг, то есть лагерь. Если хотите, чтобы я это все на русский перевел, ну там, перевел. То, ну. Кстати, давайте наберем под этим видеороликом 5 или 6 лайков, и я выпущу продолжение.
Не так быстро, потому что я завтра хочу выпустить Evil Nun. Да, потому что давненько, то есть Evil Nun не было. Ну, короче, здесь тоже не маленькие изменения, как бы. Здесь просто у нас такой стоит. Здесь, кстати, уже листва добавлена, раньше ее здесь не было. Но здесь у нас вот этот проход открылся. Теперь здесь дерево, а здесь листва. Дерево просто здесь стоит, оно вам не будет вообще не нужно вообще. Ну, вы, конечно, можете там как-то забраться на него, вот, пропаркурить. Кстати, вы могли здесь пропаркурить, вы это знаете? Это в первый бы теперь. Здесь, конечно, вы не могли бы пропаркурить, потому что вы не знали. Шутка. Я сделал, что вы смогли. Ну и можно будет, кстати, еще здесь. Знаете, что сделать? Ой, я зачем-то дерево поломал. Я дерево зачем-то поломал. Так, сейчас его быстренько восстановим, чтобы оно листва с него не начала падать. Так, все, восстановили. Кстати, оно слишком высокое, да? Можно здесь домик на дереве, кстати, сделать. Хотя нет, уже здесь есть дом на дереве. Текст 3 здесь у нас ничего нету. Но в следующем обновлении, это обновление уже будет 1.1, здесь что-то добавится. Здесь даже вы сможете выходить, я это спойлер говорю. Все, летим на следующую локейшн. Так, дальше у нас шопинг-центр. Так, и шопинг-центр здесь. Нету еще начала, но спойлер опять, что будет скорее начало. Там, ну, где мы приезжаем. Такие здесь у нас рыбки. И... Смотрите, лифт уже работает. Видите? Заходим. Второй этаж. Телепортируемся. И... Вот. Видите? Мы теперь на втором этаже. Первый этаж. Мы теперь на первом этаже. Давайте здесь. На второй этаж быстро тэпнемся. Нам нужен второй этаж. Ну и короче, смотрите, здесь уже добавлена дверь. И стойка для брони нам, вот видите, дают вот лопат. Да я зачем сломал? Нет. Так, короче, давайте вот здесь, кстати, у нас трезубец. Ну и... Зачем он? Для этого. Трикшот, кстати. Ого, 3 раза попадают. И под для веселья. Ого, я почти всех рыбок там загасил. Ну, это вы можете здесь рыбки вот. Здесь плавают. Может, их бить, не бить хотите, что ли? Так. О, кстати, здесь же автоматы стояли. Надо их как-то потом изобразить. Такие, идем на следующую локацию. Цирк. Там тоже большие слишком даже изменения. Но не больше, чем вот. Встал. Встал вообще там все почти переделал. Так, здесь... Потом в следующем блине можно будет даже так кататься. Ну, короче, смотрите, здесь у нас я вот это все закрыл, но может в следующем обновлении верну. Конечно, если наберете 5 жителей. Вы видите здесь, что поменялось? Так, это кафетерия. Дан-дан-дан-дан-дан. Кафетерия рода вторая. То есть это отца рода, помните же, что у него была кафетерия? Я думаю, что вот это, что здесь стоит, это как раз свой кафетерий. Потому что во второй части мы это и узнаем. Короче, смотрите, здесь у нас домик. Домик. Холодильник. Я не сказал холодильник. Нет. Такие здесь у нас люк, который будет вскоре тоже вести. Ну, узнать куда, туда. Вторая часть была.
Ну, короче, третий здесь можно уже проходить, а в третью часть нельзя было. Окейушки. Здесь третья тоже открыто. Та-дам! Здесь-то какая-то как бы фиговая квартирка, но в следующем обновлении будет получше, может быть. Сроки дойдут до цирка. Может, я еще придумаю одну локацию. Может, я ее не скажу. Цирк и метро. Средняя локация. Так, короче, смотрите, метро. Конечно, не так стоит, как в реальном мороженчике, но сойдет. Что прикольная метрошка. И, кстати, смотрите, вагонеточки даже есть. Можно их гнать. Погнали. Давай, на. На. О, все. Типа карусель страха. О, прикол, если я тут видео. Тянем хоба. Ты куда? Нет. Если хоть бы назад поехали, то вот так вот сделаем. Вообще, типа, поломанные рельсы. Короче, все, давайте не будем с этими рельсами баловаться. Так, хопа, короче, так вот, как-то так вот, блин. Короче. Не знаю, как в следующем обновлении здесь делать. Там же какое-то ж такое было маленькое. Можно вот здесь приделать стену и сделать. Ну, типа, да, так будет лучше, потому что смотрите, как здесь мало места, так вообще нельзя же здесь ставить. Так, короче. Что же еще у нас здесь такое? Ну, типа, как бы все, если даже вы смотрите, сюда пройдете. Бам-бам! Здесь у нас ничего нету. Ну, это наберем. О, кстати, что у нас? А, да. О, кстати, вы можете посмотреть, что здесь нет вот сцены, как, которая там была. Скоро вот это все, мне вот это откроется, и можно будет здесь, ну, короче, увидеть. Все. Полетела в небо. Прям в меня. Так, короче, давайте уже на этом наше видео закончим. Не забывайте ставить лайки, набираем 5 лайков, я выпущу продолжение, то есть обновление. Давайте всем спасибо за внимание, всем удачи и всем покусик.